И записывают видос уже в четвертый раз, потому что что-то каждый раз шло не так. Привет. На женских форумах пишут, что лучше один раз родить, чем каждый день бриться. Но посмотрите на улицы, там ходят миллионы мужиков, которые, суки, не рожают и не бреются. А нам приходится это делать каждый день. И сейчас в салонах красоты очень популярна такая тема, как удаление волос из носа. Это видео о моих неудачных покупках в сфере депиляции. Я очень страдаю, я с чувствительной кожей. Я недостаточно хорошо волосат, конечно, но, в общем, все равно приходится от этого избавляться, потому что того требует мода и какая-то эстетика. Начну с... с этого. Это набор для депиляции, для чувствительной кожи. Нет, ребята, это не для чувствительной кожи. Это Vox, стоил он около 1500, кажется, рублей. Состоит он из таких предметов пытки, как сменные кассеты с воском, который должен нагреваться вот в этой вот херабле. Внутри железка, которая нагревается от шнура. И, в общем, нагревается воск, и вот этой вот штукой вы должны возить по тому месту, которое хотите продепилировать, приклеивать туда вот такие вот тряпочки, которые входят в набор в небольшом количестве, но вы можете их купить отдельно. И быстро и безболезненно удалять все. Но, да, да, они удаляют быстро, они удаляют достаточно безболезненно, но удаляют они волосы вместе с кожей. И я смогла это заметить только когда уже все произошло, потому что слой кожи был такой тоненький, что его сразу не видно. Это, ну, то есть изначально это все не болит, но потом я просто увидела, что у меня по всему телу какие-то странные болячки, которые я лечила очень долго. Поэтому, в общем, у меня есть еще несколько сменных кассет, и вот эти штучки тоже я купила отдельно, поэтому если кому-то надо, я могу дать. Может быть, и можно, не знаю, готовить с ним бутерброды, например. Вот туда можно засунуть булку и сыр, и нагревать, и вполне себе будет хорошо. В общем, обращайтесь, я отдам, мне не жалко. Уже. А, дальше. Дальше это же Vox. Отвратительная паста шугаринг для депиляции. А, эта штука продается в магазине не для профессионалов. То есть она подразумевает собой, что ей будут пользоваться женщины, которые не являются профессионалами. Потому что профессионал, в принципе, сможет справиться с любой шугаринг-пастой и из любого говна сделать конфетку. Но я не профессионал, и я не смогла этого сделать. Потому что, мне сейчас даже не открыть упаковку, но она слишком густая для того, чтобы использовать ее неподогретой. Когда ее подогреваешь, она становится жидкой. Ее надо использовать в бандажной технике, то есть, опять же, вот с этими вот тряпочками. С этими вот тряпочками. С этими тряпочками она прилипает к коже, когда ты сдираешь тряпочку. Тряпочка сухая, а паста уже тоже высохла и замерзла на твоей ноге, и приходится ее стирать. Если ее использовать не разогретую, она достаточно твердая, и опять же, потом в руках она размягчается, и даже тальк не спасает ситуацию. Я еще не понимаю, как это делать, хотя у меня была... какая-то ноунейм шугаринг паста с eBay, и вполне себе хорошо я справлялась. То есть не совсем я рукожоп и могу представлять, как это делается. Также у меня была достаточно удачная вот эта вот шугаринг паста Париса. Паста-то сама так себе, но в ней была очень приятная бутылочка с изуленовым маслом. Вот так она выглядела. Маленькая-маленькая пипка, которая действительно избавляла от всех проблем после депиляции. Вот это раздражение, вросшие волосы, ничего этого с этим изуленовым маслом нет. Если вы знаете, где купить просто отдельно эту большую банку, пожалуйста, большую банку этого масла, скажите мне, я ее куплю немедленно. Дальше. Это тенденция. Тенденция покупать говно. Опять же, Vox. Deluxe Collection Limited Edition. В общем, нет, это не Deluxe Collection, а говна кусок. Потому что это не воск, а какой-то странный, я не знаю, старый мед. Потому что он очень жидкий, он очень липкий и не держится на этой полоске. Совершенно... Его нельзя ни в коем случае разогревать между рук, как это написано в инструкции, потому что он становится таким жидким, что он просто остается на полу, то есть он растекается по всему телу, и ничего не происходит. Он даже перестает быть липким.
Стоит он дороже, чем обычные полоски Вокс. Не понимаю, что за Limited Edition и для чего вообще это все надо. Я не использую его ни для чего. Даже в декоративных целях его использовать просто невозможно. В топку. А, еще меня очень раздражает, что во всем Воксе на целую коробку, которую предполагается использовать ни один, ни два и даже не три раза, а надолго ее должно хватать, там всего лишь одна или две салфетки для идеального завершения депиляции. Нахрен ты нужна, милая? Тоже, пожалуйста, иди отсюда вон. Самым большим разочарованием в последнее время у меня стали бритвы Gillette Venus, потому что они испортились. Такие более-менее бюджетные кассеты трех с тремя лезвиями у меня вызвали ужасное раздражение и просто ужасно. Я лечилась очень долго, покажу потом, чем излечилась. Пришлось купить подороже, вот с такими вот половыми губами карлика. Это коллаборация с Allay. Она, не могу сказать, что вот они прям спасают, они просто липкие и очень долго высыхают потом. Стоят за две кассеты там 700 рублей, это просто грабеж, я считаю, но альтернативы нет, у них совершеннейшая монополия на рынке. Не знаю, что с этим делать. Очень удачный у меня от Gillette был вот такой вот триммер для зон бикини, я надеюсь, потому что никому не надо триммеровать ноги и подмышки. Ну, в общем, триммер. Долго им пользуюсь, живет долго, работает на ура, стоил недорого. Вот берите его. Испортился крем Бора Плюс, которым я всегда пользовалась после депиляции. У меня такое ощущение, что его стали производить не в Индии, или где там его производили, а в России. Хотя нет, написано, что в Индии. В общем, очень странно. Видимо, для России они делают не до конца хорошо. И последнее из... Тут я просто... Я увидела это на eBay, не смогла не заказать. Стоило 3 рубля, чисто поржать взяла. Инновационное средство депиляции, которое приходит вот в таком вот кармашке. И там лежит маленький резиновый тапок и большой резиновый тапок. И на эти тапки предполагается клеить, внимание, наждачку. Это наждачка-нулевка, прям вот 100%. И предполагается, что ты наклеила, значит, эту наждачку на тапок побольше. И трешь до получения результатов и кровавых мозолей. Я не знаю, кто этим пользовался, может быть, это действительно работает, но вот маленький тапок, он рассчитан, видимо, на то, чтобы тереть там какие-то свои усы и бороду. Я не решусь на это ни за что. Может быть, конечно, зря. Но пока я просто полирую им свои изделия из папье-маше и пластики, и вполне себе хорошо работает. Вот всем рукодельницам на заметочку. Из хорошего. Хорошие новости. Единственный хороший воск, который я нашла, это воск Джоанна. Стоил он 100 рублей. Там действительно воск, прям настоящий, он такой твердый, немножко гибкий. Его надо сильно греть в руках, потому что иначе он вот так вот расползается. И это правильно, потому что он должен быть твердый. А когда его разогреешь, он должен быть мягкий, и он должен быстро застывать. За 100 рублей прям отлично. Я рекомендую всем пользоваться этим Джоанной. Плюс к ней в наборе идет не одна сраная салфетка, а вот такой вот хороший большой тюбик с, я не знаю чем, но оно действительно помогает. Какая-то масляная штука, которая помогает избавиться от неприятных ощущений и раздражений после депиляции. Вроде все. А, еще, после депиляции я использую вот эту штуку. Кто будет в Таиланде, пожалуйста, привезите мне тоже. Это Сабай Аром с манго. Обожаю. Настя, спасибо тебе большое, что ты мне его привезла. Люблю его и ценю. В общем, вот так вот. Не знаю, что я с этим делать. Подскажите мне, пожалуйста, какие-то удачные, может быть, марки, может быть, способы депиляции, потому что это ад и ужас. Ад на земле. Завидую мужикам. Лучше один раз родить, чем каждый день бриться. Но нам приходится делать и то, и другое. Пока.